Здравствуйте. Это «Деловая Чувашия», программа о деловой жизни республики, и я, Ольга Григорьева. Сегодня в выпуске. Вираж с мостом. В Ядринском районе завершено строительство одного из самых протяженных и красивых мостов республики. Но движение по нему будет запущено частично. Профессиональная приманка для кадров. В Чебоксарах открылся ресурсный центр для будущих выпускников. Персоны гранта. В Чувашии названы имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Кто будет представлять республику на всероссийском этапе? Строительство первой очереди нового моста в Ядринском районе завершено, но мост пока закрыт, а движение по нему полностью откроется лишь в следующем году. Такое решение принято после осмотра сооружений рабочей комиссии. В составе ее были представители Росавтодора, Упрдор-Волги, заказчика объекта. На новом мосту успела побывать наша съемочная группа и оценить весь масштаб стройки, заодно выяснить, какие недостатки нашла у мостостроителей рабочая комиссия. Пока комиссия оценивает объект, строители вспоминают эту стройку. Все этапы на специальном стенде. Объект действительно масштабен. Строить новую эстакаду начали 2 года назад, а на все сооружение потрачено 4 миллиарда 900 тысяч рублей. Но для самих строителей, а здесь работало сразу несколько организаций, мост – нечто большее. Это очередной, можно сказать, мой ребенок. Очередной родился. Лично у меня 35 ленточек с мостов. Вот это будет 36-я. 36-й ребенок. Будем так считать. Старый мост сильно устал. Ему уже 50. Он не справляется с возросшей нагрузкой, уступает современным требованиям безопасности. Вот, к примеру, этот въезд на правом берегу Суры. Зачастую недобрым словом вспоминают дальнобойщики. Он особенно коварен зимой. Въезд на предельном уклоне, а в итоге здесь чисты пробки. Проблему исключит новый мост. Избавит он и от других бед. Не позволяет, значит, там из-за своих, значит, габаритов по ширине, значит, ограничивать скорость передвижения транспортного средства, значит, также ограничивает возможности по обслуживанию и содержанию проезжей части моста. То есть, если перекрыть одну полосу, да, остается только одна полоса, и эти уже многокилометровые пробки в обе стороны. И поэтому здесь построенный мост, он имеет, значит, габариты по ширине. Ширина моста, значит, 11 метров 50 сантиметров. Между тем, участок дороги в Ядринском районе, как и вся трасса М7, стратегически важны для страны. Это транспортная артерия сразу нескольких регионов. Она соединяет центр России с Уралом и Сибирью, что особенно важно, когда акценты по грузоперевозкам смещены на автотранспорт. И грузопоток на данном участке очень серьезный. Вот. На данном, допустим, участке дороги интенсивность достигает на данный момент до 40 тысяч автомобилей в сутки. Связи экономические крепнут, вот. Грузопотоки растут, и нагрузка на транспортную сеть с каждым годом она становится все, так сказать, сильнее и сильнее. Чтобы обеспечить комфортную езду, мостостроители проделали масштабную, сложную, но привычную работу. Как говорят генподрядчики из чебоксарского филиала моста Треста, у них есть колоссальный опыт по возведению таких внеклассных и больших мостов. Строителям приходилось монтировать мостовые конструкции на высоту где-то около 30 метров, работать на специфической территории. Здесь и вода, и линия электропередач, и коммуникации. Нужно было переносить 3 магистральных трубопровода, а местность сложная, заболоченными участками. Переустройству трубопроводов предшествовали долгие переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Многочисленные согласования. Останавливать перекачку газа и нефти возможно было лишь во время профилактики. Работать приходилось с ювелирной точностью, ведь мост построен на вираже, радиус 1300 метров. Этот ход проектировщиков придает сооружению особую красоту. Задача стояла, значит, попадать точно миллиметр в миллиметр на, значит, на вираже, на движке, на опоры и на опорные части. Новый мост – один из протяженных в Чувашии. Его длина – 1242 метра. Но главное, он построен по новым технологиям. Старые эстакады и новое, как небо и земля, говорят мостостроители. Совсем другие ощущения от езды.
На въездах шлагбаумы и светофоры для возможного перекрытия движения, положим, при уборке или ремонте. На мосту и под ним видеокамеры. У сооружения современные барьерные ограждения и собственные очистные. Вся вода, что собирается на мосту вместе с маслом и грязью, будет поступать вот в такой комплекс по специальным водоотводным лоткам. А после очистки сбрасываться в реку. Правда, прокатиться по новому мосту и подъездным к нему станет возможным после того, как специалисты устранят недостатки. На них указала рабочая комиссия. Все недочеты связаны с подходами левобережным и правобережным и их эксплуатацией зимой. Их реально устранит за 7-8 дней, пояснил заказчик «Упордурволга». Но даже после этого движение запустят частично из Москвы и Нижнего Новгорода по старому мосту, а со стороны Чебоксар по новому. Есть на то веские причины. По правобережному подходу есть участок оползневой. Вот. Сейчас мы разрабатываем мероприятие для того, чтобы впоследствии при эксплуатации данного сооружения у нас не было никаких проблем у участников дорожного движения. Вот. И, соответственно, левая сторона у нас, левая сторона подходов, там есть участок, где необходимо произвести замену нефтегазопровода. Вот. Ввиду того, что перекачка нефти вот, в 2012 году была приостановлена Транснефтью только единственный раз в марте месяце, подрядная организация просто физически не смогла выполнить данные работы. Поэтому эти работы переносятся на март 2013 года. В первую очередь строительство почти позади, дальше вторая. Планируется возведение еще одного моста. Место для него сейчас подыскивается. Но уже спуском этого сооружения скорость движения на данном участке должна вырасти. Затраты на перевозку грузов и пассажиров снизятся. Экология улучшится, а сам проезд стать безопаснее. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, «Деловая Чувашия». Кадры решают все. Старый лозунг вновь актуален. На рынке труда сохраняется дисбаланс. Все еще переизбыток юристов-экономистов, но нехватка рабочих. А вузы продолжают выпускать больше специалистов, чем надо бы экономике. Чтобы исправить перекос и получить нужные и квалифицированные кадры, в столице на базе Чебоксарского электроаппаратного завода открылся специальный ресурсный центр. Он призван объединить усилия школ, СУЗов, вузов и предприятий, чтобы готовить и получать золотые кадры. Ну и главное, стать своего рода школой не только для самих ребят, но даже для их родителей. Дмитрий Ковалев подробнее. Через каких-то полгода выпускникам школ придется сделать выбор, куда пойти учиться. Хорошо, если с предпочтениями школьники определились еще в начале учебного года, а то и раньше. Но нередко выбор учебного заведения происходит спонтанно и оставляется на потом, когда позади уже ЕГЭ. Я хочу пойти в медицинский вуз, но я пока не определилась, в какой именно. Я задумалась над этим вопросом уже как бы с 5 класса. И уже точно определилась, что буду поступать в Институт дружбы народов. Хочу, наверное, пойти либо на психологию, либо на дефектологию. Мне, в принципе, это интересно. Быть логопедом, может быть, детским. Я пока еще не определился, но направление экономист, ну или финансист. Экономическое направление. Школьники вместе с родителями все еще по старинке расставляют акценты, считают эксперты. В какое учебное учреждение пойти, нужно решать много раньше. Но прежде важно выбрать не вуз или СУЗ, а профессию. Профориентация – тренд современности. И вести эту работу надо чуть ли не с начальной школы. В Чувашию лет 10 назад даже приехал один швейцарец, мальчик, семиклассник, которому в школе сказали в 5-6 классе, что из него получится хороший плотник. И он с этих времен стал себя готовить к плотницкой жизни. И он стал читать литературу о деревьях и прочих, мастерить. Он уже, знаете, с детства знает свое призвание, да, у него он будет настоящим плотником. Хотелось бы нам тоже, чтобы родители знали со школьных времен, кем он станет, чтобы ему не думать, где учиться, а в основном думать, где работать. Пока же молодые люди идут в вузы, получают профессию, к примеру, экономиста или юриста, а потом остаются не у дел, вынужденно переобучаются в рабочих. Хотя потребность в тех же высококвалифицированных экономистах и юристах высока, говорят руководители крупных предприятий. Выпускаются там какие-то менеджеры, к нам приходят на работу, устраиваются. Он приходит, а я менеджер. Чего ты менеджер? Какого? А я просто менеджер. Я говорю, я не понимаю такого слова менеджер, да, потому что есть специализация в любом предприятии, в любом отрасли, в любом направлении бизнеса.
Дисбаланс на рынке труда, вместе с ним и многие кадровые проблемы – последствия 90-х годов. Тогда, полагают аналитики, не смогли встроить систему подготовки специалистов в рыночную экономику. Перекосы исправляют сейчас, в связке с бизнесом, для которого кадровые вопросы в приоритете. Именно поэтому на базе Чебоксарского электроаппаратного завода открылся ресурсный центр. Для него уже готовятся помещения. Пока в этом клубе по интересам объединят свои усилия 24-я Чебоксарская школа, электромеханический колледж и электроаппаратный завод. Но здесь ждут и других участников. Это центр, где совместными усилиями преподавателей школ, вузов, СУЗов и предприятий будет вырабатываться механизм доведения ученика, от ребенка, например, да, от школьной скамьи до вхождения его на конкретное рабочее место. Неважно, предприятие это ли промышленности. Дальше у нас планы, чтобы и любая другая отрасль экономики, пожалуйста, сфера услуг, сельское хозяйство и так далее. Если этот центр, я думаю, что он, безусловно, состоится в рамках для работы на предприятии именно, да, мы его сможем развить и дальше. Подобный ресурсный центр должен открыть завод жителям республики. Через него предприятие войдет в образовательный процесс. Для представителей школ, СУЗов и вузов уже проходят ознакомительные экскурсии по цехам. Подобные планируются для школьников и их родителей. С ними будут говорить о том, какие специалисты и какого уровня нужны предприятиям, чем дышит завод и что он может дать потенциальным работникам. В 24-й школе уверены, ресурсный центр поможет. Прежде всего, самим ребятам стать востребованными. На базе ресурсного центра у нас идет дополнительное трехстороннее соглашение с Чебоксарским электромеханическим колледжем. Многие ребята в силу каких-то обстоятельств сразу поступать в вуз не способны. А это дает возможность ребятам получить сначала рабочую профессию, а потом получить среднеспециальное образование. Дальше уже, если у них возникнет такое желание, можно поступить на сокращенный курс высшего учебного заведения. На совместное детище возлагаются большие надежды, в том числе в электромеханическом колледже. Преподаватели ждут студентов, которые бы целенаправленно шли именно в это учебное заведение. У таких образование должно принести плоды, а не пройти бесследно. В рамках ресурсного центра эксперты вместе со школьниками планируют оттачивать профориентацию каждого. Его возможности, его интересы, работает ли левый или правый полушарий, он гуманитарий или техник, да, и зависит от этого. А если техник, то какой направленности? Если он больше думает логически, может быть, компьютерная технология, электроника, а если больше, может быть, ему работать больше с металлом, как сварщик и так далее, так далее. То есть вот определив его направленность, чтобы студент потом уже, вернее, будущий студент, как школьник, он уже знал заранее в школе, что ему надо учиться в электромеханическом колледже, в университете, в другом технике. В будущем ресурсный центр его создатели видят как раз как некий центр независимой сертификации специалистов, их потенциала. Вместе с тем, эта площадка позволит устанавливать связи с другими регионами, создавать банк данных по выпускникам в различных отраслях и обмениваться ими. В идеале ресурсный центр должен консолидировать усилия школ, СУЗов, вузов и предприятий, которые тоже стараются решать кадровые проблемы. Но зачастую каждый по отдельности и своей сфере. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев. Деловая Чувашия. Организация предпринимателей «Опора России» сменила руководителя. На внеочередном съезде был избран новый президент. Им стал Александр Бричалов. Сергей Борисов, ранее руководивший «Опорой России», теперь возглавляет попечительский совет организации. Создать как можно больше малых и средних предприятий – один из приоритетов государственной политики. Власть уже сформировала и ориентир для предпринимателей. 50% экономически активного населения должно быть занято в МСП к 2020 году. Пока это 25%. Об этом на форуме съездей «Опоры России» говорил тогда еще ее президент Сергей Борисов. Инструментов для достижения ориентира пока маловато. Для этого власти и бизнесу нужно работать в команде, оперативно решать насущные проблемы. Хотя, по признанию самих предпринимателей, условия для ведения бизнеса в стране улучшились. Применимо к республике. Еще несколько лет назад бизнесменам, начинавшим здесь свое дело, было проблематично найти финансовые и кредитные средства, а уж тем более дешевые. В помощь бизнесменам в 2009 году в рамках антикризисной программы создано агентство по поддержке малого бизнеса. Интерес к нему со стороны малышей есть, но есть и предложения.
Свое дело Алексей Морозов открыл в 2002 году. Сферам торговли, услуг общепита, быстроокупаемым и наиболее востребованным среди начинающих предпринимателей, предпочел производство. Компания занялась выпуском оборудования для учета и распределения электроэнергии. Такие электроприборы и системы, к примеру, применяются на подстанциях во дворах, а также в жилых домах. Малое предприятие успело занять свое место на рынке, создать рабочие места. Сейчас в компании трудится 130 человек и расположится на двух площадках. Бизнес развивается, но для роста пока еще нужны внешние деньги. Собственных не хватает. У нас в основном уходит на расширение производства, то есть на приобретение металлообрабатывающего оборудования, станков с программным обеспечением и пополнение оборотных средств. В планах объединения разрозненных площадок на базе нового завода. Пока одна в Чебоксарах, другая с основным производством Валикова. Впереди стройка, но в ближайшей перспективе дальнейшее расширение производства. Нужны дешевые деньги. За займом компания Алексея Морозова уже в который раз обращается в агентство по поддержке малого бизнеса. Впервые пришли сюда в разгар экономического кризиса, подали заявку, предоставили стандартный пакет документов. К слову, весь перечень можно посмотреть на сайте агентства, а через 7-8 дней получили добро. Мы работаем также по типичной банковской схеме, но как бы банки это достаточно крупные организации, в которых документооборот зачастую затягивается только по каким-то техническим моментам. У нас это все происходит оперативно, так как масштабы организации на сегодняшний момент не такие большие. Агентство создавалось специально для обеспечения предпринимателей дешевыми займами. Оно субсидируется деньгами из федерального и республиканского бюджетов. Кредиты выдаются по льготной ставке, ставке рефинансирования Центрального банка. Сейчас это 8,25% годовых на любые цели, за исключением расчетов по налогам и зарплате. Но кредиты на год и до 1 миллиона рублей. Именно поэтому их называют еще микрозаймами. Тем не менее, условия привлекают бизнесменов. Начинающим предпринимателям предоставляем более гибкие графики, сроки деятельности, то есть фактическое ведение ими предпринимательской деятельности, для нас роли никакой не играет. То есть это может прийти любой человек, который зарегистрировался даже, скажем, вчера. Кредитный портфель агентства вырос с 49 займов в 2009 году до 500 в этом. За микрозаймами уже обратились предприниматели, открывшие дело в самых разных сферах – торговле, услугах, общественном питании, транспортных перевозках, сельском хозяйстве и производстве. Но у тех, кто производит, есть пожелания. Хорошей поддержки много не бывает. Хотелось бы, конечно, видеть в будущем это увеличение максимальной выдачи кредита и срок. Погашение данного кредита чуть более долгий, так как для производства необходимо более, как говорится, длинные деньги. Для долгосрочного кредитования агентство привлекает ресурсы частного банка, но это уже совсем другие условия. За длинным рублем для производства предприниматели могут пойти в гарантийный фонд, воспользоваться другими формами господдержки. К примеру, особенно популярны среди предпринимателей и восстановлены в этом году субсидированием процентных ставок по кредитам. Агентство же, в свою очередь, продолжает расширяться. Теперь уже в районы. Таким образом, приближается к бизнесу. Данифа Тагирова, Ольга Григорьева, Евгений Анисимов. Деловая Чувашия. Об эффективности работы сейчас не говорит, пожалуй, только ленивый. Сегодня свой рейтинг по госзаказчикам опубликовало Министерство экономики Чувашии. Оценивалась их деятельность в сфере размещения заказов за 9 месяцев этого года. И вот каким получился рейтинг. Отмечу, что разбит он на две группы. В первой представлены субъекты, которые не являются госзаказчиками республиканских и ведомственных целевых программ, финансируемых за счет республиканского бюджета. А во второй – субъекты, которые как раз таковыми являются. Итак, лидером первой группы стало Минимущество. Деятельность министерства оценивается как эффективная. Далее следует Госветслужба и Минфин. Прочерк напротив графы «Госслужба Чувашия по конкурентной политике и тарифам». Она не размещала заказы за эти 9 месяцев. Во второй группе ситуация следующая. Лидирует Министерство образования, у него больше всего баллов, а дальше по убывающей – Министерство экономики, здравоохранения, Госкомсвязинформ и Минприроды. На шестом месте – Министерство спорта. Оценка как умеренно эффективная присвоена администрации главы Чувашии, Министерством строительства и транспорта. Рейтинг закольцовывает Минсельхоз. Поясняется, что размещение заказов министерство не осуществляло. В Чебоксарах определили победителей регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Дальше ребятам предстоит всероссийский этап. «Молодой предприниматель России» – это проект федерального масштаба. Задумывался он для того, чтобы вовлечь молодежь в предпринимательство и заодно найти и поощрить талантливых бизнесменов.
С молодыми предпринимателями связывают модернизацию экономики и решение проблем занятости. Пока молодежи в бизнес-среде не так много, как хотелось бы. По данным фонда «Общественное мнение», это всего 30% от предпринимательского сообщества, а свое дело ведут и того меньше – лишь 2%. Конкурс должен дать мощный импульс многим предприимчивым людям – повысить статус предпринимательства. О том, кто выбился в лидеры на региональном этапе – Анастасия Алексеева. В финал регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2012» вышли 18 молодых бизнесменов. Пятеро из них стали победителями в номинациях «Успешный старт», «Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Социально ответственный бизнес» и «Вклад в развитие молодежного предпринимательства». Ребят, вы молодцы. И мне как молодому тоже, как вы, и чиновнику, мне очень приятно, что вы такие в республике есть. Как признаются участники, чтобы бизнес был успешным, нужно делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Александра Халименко, финалистка конкурса в номинации «Успешный старт», много лет увлекалась дизайном. Полгода назад ей удалось превратить хобби в работу. Она открыла свой салон декора стен и на этом останавливаться не собирается. За эти полгода мы успели открыть 2 офиса и в разработке еще 2 в соседних регионах. И потихонечку завоевываем нашу республику. Мы открылись в Новочебоксарске. Для Новочебоксарска это вообще новинка. Просто до нас этого в городе не представлял никто. Кто-то двигает бизнес в одиночку, кто-то с партнерами. Некоторые уже сегодня могут обеспечить занятость большого штата сотрудников. Однако в каждом случае приходится сталкиваться с трудностями. Чаще всего встает кадровый вопрос и вопрос качества. В первую очередь это, наверное, недостаток образования. Адекватного. Может, людей здесь меньше желания что-то делать. Выйти из этой ситуации достаточно просто, нужно больше искать. Еще одна дилемма современного бизнеса – продавать или производить. Перекупщиков сегодня достаточно много, а собственных популярных брендов в республике по пальцам пересчитать. Основатель всероссийского проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкеев объясняет это так называемыми стадиями развития предпринимательства. Сначала мы концентрировались на продажах, то есть мы учились продавать, ну и учили, да, других людей. Вроде сейчас научились так нормально. И следующим шагом является производство, инновации, изобретения, патенты, ученые, синтез ученых и предпринимателей. Это дает нам неограниченную возможность для запуска новых бизнесов. Это, я думаю, мы опять уйдем от просто разговоров к, опять же, ощутимым результатам, когда это можно будет посмотреть и пощупать, и воспользоваться этими самыми изобретениями, а не просто, чтобы они были на бумаге и на конференциях. Любой зарегистрированный в республике бизнес – это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, а следовательно, развитие региона. И люди, собравшиеся сегодня в зале, с полной ответственностью осознают это, несмотря на свой возраст. Это на самом деле страшная ситуация, которая происходит в России. То есть все едут в это Эльдорадо, думая, что там реально деньги, хотя они не видят их под ногами. Ребята, можно отлично жить в Чебоксарах 1300. И самое, что интересно, что вы, каждый из вас, вы можете это сделать. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, «Деловая Чувашия». Остается добавить, что в жюри конкурса входят известные представители бизнеса и эксперты в области предпринимательства. А церемония награждения лучших молодых предпринимателей России должна пройти в декабре в Москве. А у меня на этом все. Удачи в делах и до свидания.